центр города это правильно, это хорошо, красиво, надо его делать, но надо не задавать настройки. Я в главном районе обращаюсь, и там, если вы тоже обращались, да, проехать на настройки и устроить праздник. У нас не рассветные живут на микрорайонах. Есть детский садик, есть даже школа, нет даже школы во многих. Поэтому надо обустроить именно на настройки, чтобы люди тоже почувствовали праздник Нового года, а не просто сидели. Особенно то, что касается освещения районов, это отдельная тема, мы отдельно посвятим разговор этой теме, посмотреть, чтобы освещение было на самом высоком уровне. Сам лично пройду по настройкам, посмотрю в главном районе, к вам обращаюсь.